Здравствуйте, в эфире обзор новостей спорта. Пятизвездочное представительство Прикамья. В женскую сборную России по футболу получили приглашение игроки «Звезды 2005». В списке 5 перемячек – это Екатерина Пантюхина, Анастасия Поздеева, Ирина Подшибякина, Мария Галай и София Шишкина. Национальная команда проведет учебно-тренировочный сбор с 1 по 8 октября в Подмосковье. Сессия будет не особо продолжительной. Уже 9 октября все вернутся в расположение своих клубов. Хоккеисты «Молота» Прикамья завершают выездную серию 7 поединков. Шестой по счету матч наша команда провела в Альметьевске, где встретилась с местным «Нефтяником». Первый период соперники отыграли без заброшенных шайб, а в начале второй 20-минутки пермяки повели в счете. Отличился Дельнов. Правда, после этого хозяева льда трижды кряду добились успеха и вышли вперед 3-1. Все, что успел сделать «Молот», это вернуть интригу в матч. На 58-й минуте ворота противника поразил Тымченко. Замена вратаря на 6-го полевого к успеху не привела. Поражение 2-3. Впереди игра с нефтекамским «Таросом». Она намечена на 4 октября. А прикамские самбисты проявили себя на первенстве России. Этот турнир прошел в Раменском. Соревновались юноши и девушки в возрасте 15-16 лет. В копилке нашей региональной сборной в итоге оказалось 3 медали. В категории 38 килограммов победила Дарья Боброва из Чусового. Ольга Полыгалова из Березняков стала обладательницей бронзы в весе 52 килограмма. И такой же результат, но в категории 65 килограммов показала пермячка Александра Правкова. У меня на этом все. Ждем развития спортивных событий.